дни работы 25-го съезда партии они послали письмо. Москва, ЦК КПСС, генеральному секретарю товарищу Леониду Ильичу Брежневу. Мы работаем операторами автоматизированного комплекса по откорму свиней в Тамбовском аграрно-промышленном объединении. Мы – это член парткома Виктор Нейрмолов, лауреат премии Ленинского комсомола, член ЦК ВЛКСМ Валерий Лежнев, депутат сельсовета Виктор Шарапов. Каждому из них не исполнилось еще 30. Трудовой стаж – 9-я пятилетка, выполненная за 4 года. Втроем мы обслуживаем крупное современное предприятие, говорится в письме, где одновременно откармливается 15 тысяч животных. Наш труд механизирован. В 9-й пятилетке наш комплекс дал государству 155 тысяч центнеров мяса, 8 миллионов рублей прибыли. Дорогой Леонид Ильич, мы заверяем вас, что все силы и энергию отдадим выполнению решений 25-го съезда КПСС.